куда путь держите, сударь? Тут недалеко усадьба. Здешний граф изволит купить дом в Москве. Мы продадим ему сортир по цене особняка. Это кто у нас? Любим рукоблудие перед сном, да, Петька? Это Варвара, моя невеста. Можно я заберу? А пока ты мой гость, три мои лучшие служанки будут отвечать за удобство твоего пребывания здесь. Я граф Дракулов, старый друг вашего батюшки. Мы сосали не то. У нас будет что-то новенькое? Хреновенькое. То есть это прям вот так, да? Что бы на это сказал Зигмунд Фрейд? И все же это лучше, чем сигареты. Меня не убить оружием смертных. Пульс проверяли? Целуй меня. Целую тебя. Ты что, дура, чеснок ела? Так ведь гриб свирепствует. Надо больше солнца. Был у меня как-то фотограф недавно. Mm-hmm. Этот идиот взял и снял меня три раза с нерабочей стороны. Сиханул, короче, загрызла его. А как же фотокарточка? Ну, взяла аппарат, на себя развернула и снимок сделала. Назвала селфи. Вот видите, девчонки, и мы, шлюхи, даем что-то этому миру. Ты почему не боишься креста? Я еврейка. А вот так? Ай, сука, порезался. Надо попилить.